В зале учебной аудитории 11-классники и их родители. Это победители и лауреаты университетской олимпиады. География участников включает в себя не только Брест, но и почти всю область. И побороться было за что. Победа позволяет поступать в университет имени Пушкина без экзаменов. Решение о проведении региональных олимпиад для зачисления в региональные университеты было принято на уровне правил приема в университеты. И это правильно. Почему? Потому что надо создать больше возможностей для поступления в университеты того или другого региона. Поскольку есть специальности, которые, например, есть у нас в Минске, то, конечно, студентам будущим лучше получить это образование здесь. Олимпиада проходила в два этапа. Первый – в ноябре. Участие в нем приняли свыше 160 человек. Лучшие отправились во второй этап. Работы 11-классников оценивались по стабальной шкале. Среди учебных предметов, которые определяли лучшего – русский и белорусский языки, математика и физика. Целью этой олимпиады, кроме выявления мотивированных, интересных, заинтересованных в предмете учащихся, является также и привлечение их к поступлению в университет соответствующий, потому что после такой олимпиады, победители такой олимпиады имеют право зачисления без вступительных испытаний именно в тот университет, в котором они победили. Поэтому сейчас в наших стенах собираются, ну, потенциально наши абитуриенты, которые в июне уже могут стать студентами, если изъявят это желание. Среди победителей – дипломанты первой, второй и третьей ступени. Среди 29 награжденных – Ксения Мека. У девушки диплом второй ступени по русскому языку. На награждение приехала с мамой. Нравится направление, очень нравится. Нравится учить детей, наверное. Ну, люблю детей. По русскому языку она занимается с педагогом. Вот, уже, наверное, 2 года, да, больше 2 лет. Вот. Ну, результат у нас, конечно, хороший, молодец, старается. А сюда мы решили попробовать просто принять участие, попробовать свои силы. Ну и, как показал результат, даже очень-очень хорошо, молодец. В университете уверены, что опыт проведения таких олимпиад может быть успешен как для потенциальных абитуриентов, так и для вузов.